Что ты делаешь? Постой, успокойся! Нет, я не успокоюсь. Что ты вытворяешь? Предприми что-нибудь! Что я должен предпринять? Не надо, опомнись, Нихан! Я не останусь здесь больше. Мы уходим. Хотя бы дождись врача. Умоляю, тетя Лейла, хватит! Какой смысл сейчас уходить, если все уже произошло? Спасибо, что сказали. Моего брата поймали, когда он пытался совершить побег, а я только что об этом узнала. Как вы могли так поступить? Как могли от меня это скрыть? Милая, когда мы об этом узнали, тебе не здоровилось. Ладно, Лейла, прошу, пойдем отсюда. Результаты анализов тебе не интересны? Они мне безразличны. О, доктор, прошу, поговорите с ней. Мы не можем ее удержать. Я здорова и собралась уходить. Само собой, можете идти, анализы готовы. Есть отклонения от нормы, но не сильные. Любимая, я подгоню машину. Доктор, меня интересует результат одного теста. Вы о тесте на беременность? Мне жаль, но результат отрицательный. Что с ней? Она беременна. Вы уверены? Да, уверен. А можно вас кое о чем попросить? Разумеется. Хочу сделать ей особый сюрприз, так что вы ей не говорите. Послушайте, это невозможно. Прошу. Не сообщайте ей сегодня. Я не понял. Не стану от вас скрывать. Скоро вы и так узнаете обо всем из новостей. Сегодня у нашей семьи ужасная ночь. Так как брата жены поймали при попытке бегства за границу. Я думаю, дело кончится судом. Вся наша семья в расстроенных чувствах. Прошу, не сообщайте ей о ребенке в такой момент.